В Минстрое России глава региона рассказал о реализации федерального проекта по созданию комфортной среды в районах Кубани. В прошлом году на благоустройство городов и станиц выделили 1 миллиард 700 миллионов рублей. На эти деньги привели в порядок больше 180 дворов и 42 общественные территории. В 2018 году на предоставление субсидий отбор прошли уже 43 муниципалитета. К руководителю ведомства Вениамин Кондратьев обратился с просьбой рассмотреть возможность увеличения финансирования программы в крае. Со своей стороны Владимир Якушев поручил проработать этот вопрос. Также на совещании в Минстрое страны обсудили строительство очистных сооружений в Геленджике. По словам губернатора Кубани, поток туристов стремительно растет, и изношенные сети просто не справляются с нагрузкой. На решение проблемы из федерального бюджета правительство России выделило порядка 2 миллиардов рублей. К строительству очистных сооружений планируют приступить уже в 2019 году.